Ну что, дорогие друзья, вот и добавили этот шедевр в игру. Спасибо большое Гэдикору, или как у него там никнейм, что он нарисовал вот этот скин, разработчики его заметили и добавили в игру. Я очень рад, что разрабы стали сотрудничать с талантливыми людьми. Надеюсь, они продолжат это делать, потому что у них не очень получается делать классные скины. Согласитесь, вот этот скин переплюнул, ну, скин Мехабо, который за 50 тысяч. Ну, не знаю, на вкус и цвет, наверное, потому что у каждого свои нравы, и кому-то нравится один стиль, кому-то другой. Я считаю, что у разрабов откровенно не получается делать скины. Ну что это такое? Ну что это скин на... Ну, она прикольная, но она... Это не очень классный скин. Я считаю, у разработчиков не очень получается. И пускай они сотрудничают с талантливыми людьми, и вот такие шедевры вводят в игру. Это официально, однозначно, один из лучших скинов. Я его с большим удовольствием покупаю себе на аккаунт. И сейчас буду просто кайфовать. Кайфовать, я хотел сказать. Ну, я специально сказать кайфовать, потому что, ну, так захотелось, да. Кто хочет подарок от меня, этот скин себе на аккаунт. Кто хочет, у кого нет возможности купить, он стоит $10. Я разыграю 5 таких подарков. 5 своим подписчикам дам деньги, чтобы они купили себе этот скин. Что надо сделать, чтобы я вам дал деньги на этот скин? Поставить лайк и подписаться. Это, я думаю, все уже сделали. И следующее. Перейти в мой телеграм-канал, тоже подписаться. Называется «Логово задрота». И последнее. Это мой инстаграм. Подписываемся на него. И будет здесь фотография, какую-то старую фотку. Я не знаю, у меня новых фоток нету. Старую какую-то фотку опубликую. И вот под этой фотографией, последней, которую я выложу после этой фотки, вам оставить надо будет коммент. Холдик! Хочу скин, хочу скин. Ну, то есть, ну вы в своем репертуаре знаете, как просить скины и вообще донат. Пишите свой Киви кошелек, либо там Яндекс кошелек, Киви кошелек, неважно. Пишите, оставляйте свой комментарий, и я буду выбирать победителей 5. Может сегодня, может завтра на стриме. На выходных мне надо разыграть и пижон, и этот скин, поэтому приходите. Будем разыгрывать это все и сразу отправлять вам деньги. $10. Неважно, нужен тебе скин или нет, $10. В такие трудные времена, я думаю, что деньги никому лишними не будут. Участвуйте, 5 отправлю деньги. Тем, кто подпишется на канал, на мой телеграм и на мой инстаграм. Это несложно. Все ссылки в описании. Ну что ж, и обязательно комментарий под последней фоткой. У меня гемы есть. Это шедевр. Это, ой боже, оу, fuck yourself. Просто жесть. Так, окей. Ну что ж, как мне на нем не поиграть, как мне на нем не поиграть. Единственное, что, знаете, обидно, что сейчас, ну да, не, Мехабок, кстати, тоже крутой. Я, нет, не могу я сказать на 100%, что вот этот скин не шедевр. Вот это, наверное, один из немногих скинов, который мне нравится. Ну вот, что не скажу я про Карла скин, жабка вот эта, блин. Да, мы вчера на стриме это обсуждали, что... Что вот это? Ну что вот это? Вот это что? Ладно. Я не буду придираться. Я не дизайнер. Может, я не шарю, но мне не нравится. 1000 озер. 1000 озер. Блин, ну на самом деле, давайте попробуем. Не знаю, что получится. Я уже играл на этом скине. Еще до его официального релиза в игру. Эти скины были разыграны среди 25 игроков всего мира. И мне посчастливилось на нем поиграть, поэтому видос на канале уже был. Но это все-таки до официального релиза. Теперь я могу просто на своем маке четенько, на официальном, на своем основном аккаунте погамать. Блин, он очень... Такое ощущение, что нового персонажа добавили, реально. Вот скин очень... Не, ну Брок, ну ты нормальный, я, значит, убивал, а ты, блин, забрал. Но я такое не прощаю, мудозвон ты, блин, недоделанный. Кто тебе вообще позволил... Я живой, все. Я ненавижу Брока, Я ненавижу его. Мы затимились, как бы все окей. Ну кто так поступает? Я ящик сломал, он подбежал и его... Почему его бит не дамажит? Что это за несправедливость? Давай, подходи, родной. Сейчас я тебя нахлобучу, мудак.
Блин, ну там же еще этот 8-бит. А, я же кусты вижу. Слушайте, ну мне может вторую пассивку взять или с этой бегать? Так, ну сейчас я ульту накоплю. Сейчас тотемчик поставлю вот здесь. Буду копить ульту потихонечку. Так, тут Дэрил подходит, это мне не нравится. У меня всего лишь одна банка. Так, надеюсь, сейчас Дэрила убьют. Так, есть. Но мне больше всего хочется убить Брока. Ай, тихо! Боже мой, зона зажала. Ну, меня с двух сторон прожимают. Брока с самого начала я так и не убил. Он меня максимально бесил. Падло такое вонючее. Я хотел ему отомстить. Ну да ладно. Смотрите, сейчас будет новый ранг на Бо у меня. Это рекорд будет, 750 кубков. Да я теперь на нем с кайфом буду играть. Приходите сегодня на стрим, ребята. Это вообще просто... Я так рад реально этому скину. Как будто нового перса получил. Он реально красивый. Посмотрите на анимацию стрел. Посмотрите. Кстати, я видел, что подключились после этой акции очень многие талантливые дизайнеры. У Лайна видел концепты других скинов на Био, там Био, Тарантул или Био, не помню, Паук. Просто космически, боже, я не знаю, разработчики, вам 100% надо это брать на вооружение. Это топ, вы на этом и деньги поднимете, на поставить цену, будут все эти покупать эти скины, они просто... Я не знаю, либо это у меня слишком я такой впечатлительный и я преувеличиваю, но мне очень понравился скин на Био. Ну все же видели этот скин. Ах ты ж вонючая подлюка. Не надо было подходить, Холдик. Я забыл за гаджет. Давайте поставим цель до конца ролика апнуть 750 кубков на Бо. Ставим, поехали. Все. Все прекрасно начиналось. У меня было три банки. Вот опять мою банку своровали, блин. Вот это бесит. Реально бесит такие люди, которые воруют банки. Так, хорошо. Хоп, есть. Опять же, смотрите, вот уйди, это моя банка. Да, есть, хорошо. Я тоже буду воровать, наверное, банки. Сейчас посмотрим, есть тут кто-то. Нет, тут никого нету, отлично. Я тупо в центре. Я вот так тотем поставлю просто и буду фармить ульту. Да, шикарно я поставил тотем. Так. О, сынок, что? Наушники? Привет, подскажи привет зрителям. Привет, зрители. Привет, зрители. Ребята, Данька вас так любит. Но Данька снимается в основном на лайв-канале. Кому интересно, подписывайтесь. Ссылка на лайв-канал в описании. Там сейчас ну, хороший рост канала. Спасибо вам всем, кто от меня и от Данила. У лайв-канала там просто второе дыхание сейчас. И от нас с Данькой вам огромное спасибо, кто подписан и поддерживает лайв-канал. Реально, просто респект. Мы для вас сейчас рады стараться. Много уже видосов отснято, ждите. Кого? Никит, Данька ку-ку-ку говорит, там Никита в гостях. Так, все, отлично, это мое, это я убил. Все, окей, мы затимились. Фу, вот посмотрите, какой босс сейчас и какой босс со скином. Ну это же уровень 100, реально. Знаете, что я вот сейчас подумал? Вот прям сейчас. Я не знаю, почему такого не было в Clash Royale, почему такого нету в Brawl Stars'е. Ведь это не с другой игры, это идея. Какая именно? Ну вот смотрите, вот почему, вот да, я 10 уровень, вот почему мне просто стандартно не сделать какой-то супер сексапильный облик персонажу. Ну вот допустим, вот Бо бегает, да, вот такое ощущение, что он первый уровень, а я реально 10. И вот почему... Угу. И вот почему не сделать по уровням видоизменения? Вот как это в Clash of Clans было? Валькирия первого уровня отличалась от Валькирии... Какого там? Сколько там уровней? Я уже не помню. Там 9 уровня, да? Она там подсвечивалась, в доспехах была.
Я такую идею еще проговаривал в Clash Royale. Очень было бы круто, когда ты прокачиваешь перса, он менялся, там мускулы подрастали, доспехи, чук-чук-чук. И реально, вот, это было бы прикольно, мне кажется. Ну, может, это не коммерчески выгодно для разрабов, да, им проще скины продавать. Но мне кажется, видоизменение перса при прокачке уровня, это бы было бы классно. Это классная идея. Ну, может, это впадлу прорисовывать, я не знаю. Я не думаю, что это сложно. Но это крутая идея. Мне так кажется. Напишите в комментах, может, я не прав. Может, это плохая идея. Ну, в Clash of Clans ведь такое было. Я помню, голем максимального уровня, такой фиолетовый, такой опасный. Драконы, помню, тоже там последнего уровня, вообще такие с огнем подсвечиваются, хог-райдеры тоже. Ну, было классно, реально, ты отличал. А, понятно, у него хоги 4 уровня, там, не 5. То есть, ну, это было классно, ты отличал по уровню. А сейчас у нас по пассивкам, да, ну, такое, мне кажется, лучше бы. Так, ну, я с этим броком затимился, мне осталось 4 кубка, да, и цель за ролик выполнена. Я не умею пользоваться еще минами в ШД. Если в 3 на 3 еще более-менее понятно, куда их тыкать, то здесь нет. Ну, давайте фармить новые мины. Кстати, гаджет медленно фармит. Ну, конечно, в команде это круто, но в ШД слабо фармит. Ну, в смысле, не крысь меня. Почему ты такой уй... Ок. А плюс 4, минус 4. По-моему, я сижу на одном месте, друзья. Ну что ж, давайте, наверное, я последнюю карточку не буду болтать, соберусь и затащу. Ок, ок. И возьмем новый ранг. Все, поехали. Я, можно я буду мало комментировать? Спасибо. Так. Я думаю, что можно пожадничать, пойти в центр. Или не идти в центр. Не, это будет печально. Это будет... Хотя, никого сейчас в центре нет. Что ты тимишься, блин, дурачело? На тебе. Все, по-моему, я сейчас вообще топчик. Так, есть, хорошо. Надо уходить, пока не поздно. А что я поставил тотем, когда у меня фул... А, не, не фул было. Так, сделаем так. Ну, 4 баночки есть... Хорошая перспектива на победу. Но просто когда я не болтаю, я лучше играю. Есть. Хорошо. Ну сейчас я на автоатаке чисто. Так, с кольтом. Опа, опа, вот эти опасные игроки. Леоны в инвизе. Я прям их боюсь. Так, хилимся. 6 бойцов еще. Очень сложно. Ну, блин, вообще разминировал все. У него есть инвиз, это плохо. Леоны реально тут тащат. Блин, 6 бойцов, куда бы деться? Давай затимимся, Дэрил. Затимимся, надо тимиться. Надо объединяться. Вот этого Леона надо дожимать. Надо его дожимать. А, я его вижу в инвизе, лол. Я думал, не вижу. Так, тотем. Так, 3 бойца осталось. Дэрил, мы с тобой затимились. Давай, давай Леона убивать. Если Леона убьем, я получу плюс 8. О, обдурил меня. Вот поганый, блин, говнюк. А че я его не увидел? Плюс 6, осталось 2 кубка. Я думал, я его в инвизе вижу. Странно. Не, вообще, по идее, должен. Ну что ж, последний бой, 2 кубка. Короче, реально, скин годнота, поэтому я думаю, бой есть у всех. Опа, вот это сейчас бы в центр ворваться. Предыдущая катка была идеальной. И можно было бы, даже если бы я был бы круче игроком, можно было бы даже... Ой, кто там так массово жарит? А, Биби, я не пойду туда. Ну, Леоны реально опасны для меня. Тихо. Так.
Хорошо, я поставлю тотем. Буду хилиться. Ну, не хилиться, а. Да я и так нафармлю. Не, надо уходить, надо уходить. И с кем-то затимиться надо, видите? Тут очень играют аккуратно на этих кубках и поджимают конкретно. Просто поджимают, видите? Нереально. Осталось два кубка апнуть, и я не могу, видите? Я так и знал, что Леон сейчас вылезет. Зажали, зажали. Бля, ну зажали, конченый ШД. Конченый ШД, я не знаю. Я пока не апну. Пока не апну новый ранг, я не закончу. Не закончу просто ролик. Не закончу. 5 кубков надо. Это просто кошмар. Я не знаю. Тут Бонни заходит. Так, погнали центр. Просто центр пушить. Если сейчас центр не запушим, то это будет минус 10. И тогда придется еще дольше записывать ролик. Ну, массовый урон от Ниты это... Так, ну все, поделили, поделили. Это твое, это твои три банки. Спасибо, спасибо, Нита, реально спасибо. Так. Ну, будем центр оборонять с ней. Я не знаю, если она не закрыт... Если она меня закрысит, все, я не хочу больше играть. Если она не закрысит, я буду стараться реально взять топ-1. Ну, хотя бы топ-2. Блин, попал по тотему, он четко стрелял в него. Блин, ну Фрэнк, конечно, если затимился и будет накапливать ульту. Так, нам надо держать оборону, нас центр будут зажимать всегда. Всегда и все. Главное, чтобы не затимились против нас. Если затимятся против нас, то нас зажмут. Я бы Нити разрешал набивать ульту на мне. Но... Так. Ага, там бул. Есть. Опа, хорош, Биби, хорош. Вот это Биби нас может вынести, двоих сразу причем. Если они сейчас начнут все идти в центр резко, то будет капец. Ну, я... главное, нету Леонов с инвиза, это главное. Так, ну это минус Фрэнк. Ну нет, не дамажь меня, пожалуйста. Все, есть. Блин, не достал. Так, я вот эту баночку заберу, наверное. Пожадничаю и заберу. Надеюсь, не закрысит. Так, мне надо 5 кубков. По сути... Есть! Есть! Да, мы сделали это. Хорошая игра. Я, как и говорил, если Нита не закрысит, все будет чики-дрики. Ну, ШД это просто рандом. Ненавижу ШД, но в то же время играю в него. Такой двуличный. Так, короче, плюс 10. Отлично. В общем, мои 12 из 10 баллов за Бо. Мне он максимально зашел. И мне по кайфу на нем было. Поэтому, кому тоже интересно... поучаствовать в этой акции, кто хочет бесплатно получить себе на аккаунты, я вам пятерым вышлю по $10. Все, кто подпишутся на канал, подпишутся на Инстаграм и оставят комментарий со своим Киви кошельком. На этих выходных мы сделаем итоги. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока, ребята.